Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области представят инвестиционную карту. Она будет размещена на инвест-портале региона, где соберут всю полезную информацию для инвесторов. Портал заработает в июне, рассказал на совещании в правительстве зампред Михаил Сандалов. В ближайшее время власти намерены усилить работу с инвесторами. Каждое предприятие будет курировать ответственный чиновник. Перед ними поставлены задачи, чтобы все предприятия были зарегистрированы в Кировской области, и налоговые поступления шли им именно в местные бюджеты. Должникам в Кирове отключат горячую воду. Кировский филиал «Энергосбыт Плюс» предупредил 4500 клиентов, что в апреле у них за долги будет отключена горячая вода. Письмо получили кировчане, которые более 2 месяцев не платили за потребленные ресурсы. Если они и дальше будут игнорировать оплату услуги, то лишатся ее, отмечают энергетики. Также, кроме долгов и начисленных пеней, им придется заплатить за обратное подключение воды. На данный момент общая сумма задолженности кировчан за горячую воду почти 100 миллионов рублей. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Неудивительно, если вы недовольны своим бухгалтером, раз ждете, что он будет еще и кадровиком, кладовщиком и юристом. Многостаночник – риск неэффективности и провал сразу нескольких направлений работы. Если человек заболеет или уйдет, предупреждает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. В университете есть отдельная специальность «бухгалтер». Отдельно экономист, финансист. Там совершенно разные дисциплины. У специалистов совершенно разное мышление. Поэтому нельзя думать, что если у вас есть бухгалтер, то он вам закроет и вопросы кадровой работы, охраны труда, налоговой оптимизации, повышения рентабельности и так далее. Если вам не хочется нанимать для этого отдельных сотрудников, то не забывайте про аутсорсинг. Бухгалтерия тоже может быть на аутсорсинге. Компания «Бухгалтер Я» уже 13 лет на рынке бухгалтерских услуг. Средний срок договора с клиентами – 8 лет. Компания возьмет на себя заботу и о вашем бизнесе. Записывайтесь на консультацию 213-112. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».